Власне, очікували ми російської ракетної атаки, і вона відбулася. Чи є щось відмінне в цій ракетній атаці, в її способі здійснення, типах ракет, які підібрав ворог, підібрали росіяни? 6 кинджалів, наприклад, на цьому акцентують наші повітряні сили, що такого досі не було. Може, ще є якісь особливі відмінності, ознаки того, що росіяни змінили тактику, підхід до цих ракетних ударів? Они пытались пробить нашу систему обороны, превысив определенный порог срабатывания. То есть, но так как ракет уже не хватает, наскребли по сусекам все, что можно было наскрести, и создали разноплановые атаки. Пришло 20 ракет «Калибр», это морской пуск. Пришло 28 ракет «Х-101», «Х-555», воздушный пуск Ту-95. Пришло 6 кинжалов, это МиГ-31, воздушный пуск. Пришло 6 Х-22, это воздушный пуск Ту-22М3. Пришло 8 шахедов, 2 ракеты Х-31П, это противорадиолокационный воздушный пуск, скорее всего, какая-то из сушек, 30-я, 35-я или 34-я, и 6 ракет Х-59, воздушный пуск под телеуправление. Х-31, Х-59 не выполнили боевой задачи, они были уведены системами радиоэлектронной борьбы и ловушками специальными, которые были применены именно для противодействия этим ракетам. 34 ракеты было сбито, крылатых ракет, 34 было сбито из 48 по тем маршрутам, где стояли наши зенитно-ракетные комплексы. Сбили половину шахедов, прошли ракеты, кинжалы все прошли, и прошли Х-22. Х-22 неточная ракета, потому плюхнулись туда, куда в какой-то район, куда их направляли, но, естественно, боевой задачи не выполнили. Кинжалы в этом смысле самые опасные ракеты, то есть они выполнили боевую задачу, попали, по крайней мере, понятно, куда они шли, но нанесли удар в основном только реальный, нанесли ущерб только по одному объекту. В основном это объекты энергетической инфраструктуры. То есть понятная задача, военная задача. Здесь военной задачи абсолютно никакой не было. Задача в основном понятная, нанесение проблем инфраструктурным объектам, в основном энергетического плана, теплоэлектроцентрали, ТЭСы, распределительные станции. Ожидаемая атака с одной стороны и понятная, то есть прогнозируемая с другой. То есть можно сказать, что очередной провал российской такой тактики, по крайней мере в военном отношении, использования ракет и использования тем более атак массированных. А вот информационное сопровождение этой атаки и особенно время, выбранное при этой атаке, атака была нанесена тогда, когда Гутерреш, это генсек ООН, приехал в Киев для того, чтобы проталкивать зерновую сделку, проталкивать те хотелки Путина, которые он хочет видеть в этой зерновой сделке. Там увеличение определенного квоты зерновой на вывоз продукции из России, увеличение определенных квот на вывоз удобрений российских и на их продажу в мире, и на прокачку аммиака. То есть эти три основные потока, с которым постоянно Гутерреш носится, и, скорее всего, приезд его в Киев, атака, и была задачей принятие этого решения, то есть поддавить наше военно-политическое руководство к принятию такого видения зерновой сделки, плюс некоторые моменты, связанные с китайской инициативой, скорее всего, также присутствовали. И эта атака также привлекает внимание как раз и к китайской инициативе. Потому информационная составляющая понятна этой атаки. Геноцидный террористический акт очередной российской военщины. Отож, я процитую зараз, що після цього ракетного обстрілу говорили росіяни, Міністерство оборони РФ. Цель удара достигнута, всі назначені об'єкти поражені.
Ключові елементи поражені воєнна інфраструктура України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також забезпечуючі їх об'єкти енергетики. Тобто ця заява офіційна не має нічого спільного з реальністю, на вашу думку, і насправді росіяни ставили собі за мету не воєнні якісь об'єкти, не військові цілі, а досягти їх і вразити їх, а, власне, досягти якихось політичних завдань і цілей, і навіть бізнесово-економічних, пов'язаних із зерновим коридором і морським експортом. Военные цели у нас рассредоточены, они не стационарные, их нельзя поразить ракетами, которые не управляются по, до точки удара, то есть до подвижущемуся объекту. Все объекты, которые были назначены, они видны по выходу ракет, это стационарный объект, но и ракеты не могут по-другому работать, то есть они идут по GPS-модулю, по точки на карте, а военные объекты у нас рассредоточение, тем более идет постоянная смена локаций, вычислить военные объекты практически невозможно. Били по объектам энергоструктуры, ну, тепловая электростанция, ну, никакой не военный объект, вернее, тепловая электроцентраль, ТЭЦ, это же не военные объекты уж в чистом виде. А именно туда, кстати, использовались те же кинжалы, то есть они самые высокоточные, лучшие свои ракеты как раз и использовали по объектам критической инфраструктуры, а это в чистом виде геноцид, то есть задача стояла заморозить, но уже заморозить не получается, уже с зимой у них не сложилось, у россиян, но тем не менее задачи эти стояли, потому можно сказать, что это в чистом виде задача политическая и финансово-экономическая. Именно так действуют террористы, в чистом виде террористы, ну а Гутерреш, получается, такой передаст от Путина, который передает его требования, а уже атака подсвечивает такого рода действия. Кстати, такие же самые атаки были и при требовании в прошлом году, которые передавал Эрдоган. То есть заявление о каких-то перемириях всегда поддерживалось этой атакой. И та же зерновая сделка, когда стартовала, вспоминаем ту же Винницу, в этот же день, когда стартовала зерновая сделка, россияне совершили теракты по Украине, погибли много людей в Виннице. Это стандартные действия террориста, государства-террориста, военного политического руководства террориста, ну и двух третей российского народа, которые поддерживают геноцид украинцев, это в чистом виде террор. Вот 100 миллионов террористов с российскими паспортами.